И вот я сочинил стихотворение. Вот было очень забавно. Его споет в Москве Арина, она уже здесь была. А вот я хочу автор, старикашка, с проблесками бесконечной надежды на любовь и о себе, с какими-то юными, бесконечными, повторюсь, глазами, впервые на Владивостокской сцене споет то, что потом стало балладой. И вместе с вами, ребята, да, вместе с вами, я окунусь, возможно, неумело, но по-стариковски, хотя возраста-то нет, а старик это юнец, а это другая история, эту песню, эти стихи. Я волнуюсь, но все от чистого сердца, от нашего чего-то там поколения, вашего. Принцесса в нем прекрасная, живет одна.